Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас обзорчик на карту, точнее, у нас сегодня, можно сказать, новый челлендж, да, как быстро пройти достижения в Майнкрафте, и, ну, практически все, короче, да, и, в общем-то, короче, сегодня я вам покажу, как пройти все достижения легко, и быстро, да. Ну, и точнее, практически всем. Эта карта нам поможет сегодня. Ну и, в общем-то, давайте-ка начинать. Итак, погнали! Для начала хочу сказать то, что эти шейдеры не шли в комплекте с картой. Эти шейдеры я сам установил, если что. Кстати, очень классно. Солнце светит, если вот так вот направлять. Так, короче. Вроде бы. Короче, я специально создал для этого аккаунт. И сегодня мы будем все достижения как бы выполнять. Правда, я сейчас начал уже какое-то достижение выполнять. Не знаю, какое. А, время приключений. Откройте 17 биомов. Не знаю, откуда у меня это такое. Но... возможно. Короче, я не знаю, откуда у меня такое достижение, но оно уже выполняется. Окей. А у нас уже вечер даже. Так, Enchanter. О, если что, ссылку на карту я оставлю в описании. Я просто хочу вам показать эти шейдеры, потому что я только их не показывал, в принципе. Так, и все? Вам все? Типа... А, на переплавку. В смысле? Типа, завершено на переплавку? Я вообще-то ничего не делал. Ладно, я не знаю. Так, ну здесь создать големов, окей. Всех, сколько можно, столько и создадим. Вот. Короче, я просто захотел эту карту записать. Мне просто захотелось эту карту записать. Для того, чтобы... выполнить все ачивки. Это другой аккаунт. На том аккаунте я выполнил уже парочку ачивок. Да. Так. Здесь ачивка с лавой. Да, здесь зелье огнестойкости. Не знаю точно, что тут нужно сделать. Здесь, кстати, карта на английском, как вы видите. Ну, я поплаваю чуть-чуть в лаве. Ну и, в принципе, все. Да. Ну, я так понимаю, мне просто нужно разрушить. Хопа, хопа, все. Мы сегодня, наверное, не все даже выполним. Я думаю, то, что мы оставим на следующее видео. Ага. Просто взять и поставить снова. Так. Здесь, получается, нужно что сделать? Смотрите, какая тень в этих шейдерах. Прям классно. Так. Ага. Есть, все. Ой. О. А это я люблю. Ба-ба-ба. Нужно достроить. О, все. А, я знаю. Нужно кинуть очень далеко. Да? Нет? Наверное, это так работает, не знаю. А, ну здесь эти жители, блин. С ними торговаться это дофига времени займет. Так что чуть-чуть попозже, а это я не знаю зачем. А, это для того, чтобы скидки они давали, да? Наверное, не знаю. Так, что тут? А, элитры, наши любимые элитры, классно. Так. Ох, ёханый баба, я допустил большую ошибку. Вау. Я смог полетать на элитрах наконец-таки, нормально. Быть под водой. Не, давайте-ка это на попозже оставим. Я хочу некоторые оставить на попозже, для того, чтобы... Ну, типа, сейчас не хочется это делать. Я так понимаю, нужно... Ясно, здесь нужно проводник сделать. А может и нет, подождите-ка. Что значит... типа...
Типа так, сейчас. Здесь какое-то достижение должно быть, типа вот такого вот. Не знаю, что за достижение тут могу получить я, ну ладно. Так, здесь, я так понимаю, нужно развести пант. Да? Нет? Я не знаю, что мне нужно точно сделать тут. Ну, короче, у нас... Я потом проверю, конечно же, достижение. Что тут? О, визора заспавнить. Классно. Вот только броню мне даже не дали. Офигительно. Блин, я не хочу сейчас спавнить визора, если честно. А, острота 5000 аж, офигеть. То есть я за один удар, что ли, его убью? Ладно, попробуем. Не, вряд ли, конечно же, его за один удар убью. Но факт с фактом то, что быстро, точно. Так, все. А, ну я уже убил его. Все. Ну же. Эп, звезда визора. Так. В принципе, это все получается, да? Что тут? То есть, а так можно было, что ли? Серьезно? Это чё? Мне теперь только мечом на остроту 5. Классно. Классно. Я обожаю. Я просто... Я не могу. О, боже мой, как я обожаю Майнкрафт. Ну, за что мне это все? Ох. То есть я уже победил дракона. Спасибо. Классно. То есть я уже победил дракона. Я всего лишь один раз ударил по нему, и все. То есть острота 5000 делает свое дело, все. Я не знаю, яйцо нам пригодится или нет, но, короче, давайте-ка не будем его пока что забирать. Титры Майнкрафта ясно. Что тут у нас? Маяк, да. Маяк. Так, ладно, просто берем вот так вот и все. Не знаю, зачем нам это все. Может, нам нужно еще скрафтить маяк? Ну, предположим, то, что потом мы все это сделаем. Потому что мне пока что что-то как-то не очень-то хочется сделать что-то с маяком. О, а вот это я люблю. Время пострелять. Бам. А, нужно в яблочко, наверное, попасть. Ой, да пофиг, просто вот так вот делаю и все. Да блин. Бам. Не знаю, короче, что тут точно нужно сделать. Возможно, в яблочко попасть, но возможно, не в яблочко. Я фиг знаю, короче, пофиг. Здесь на незритовую броньку все надеть. Ну, мы, в принципе, уже надевали, я не знаю, может быть, это засчиталось нам, а может, и не засчиталось. Но факт остается фактом, то, что, в принципе, мне даже это, может быть, и не нужно делать. Но, ладно, так уж быть, надену. Я ж незритовой брони тогда буду. Так, здесь что-то с лодкой, с алмазной киркой, опять же. А, то есть мне нужно сломать лед киркой. Не знаю, весь ли лед ломать. Нужно на лодке, короче, прокатиться, да. Ну все, я прокатился на лодке, все, чуть-чуть прокатился и хватит. 17 биомов. Правда, я не знаю, типа... Здесь нужно как? Так, ну я не знаю, выполнил ли это достижение, если что, потом вернемся. Еще все биомы ада. Так, здесь получается, наверное, нам самим съесть. А нет. Короче, это, по-моему, нужно угостить друга рагу. Это чуть-чуть попозже сделаем. Это уже в следующих сериях, в принципе. Давайте-ка, я не знаю, подведем итоги потом. Потому что сейчас я хочу, ну, как бы... О, вообще, я, типа, не заходил в портал даже. Давайте-ка войдем в портал.
Потому что по логике мы должны были даже зайти в портал еще. А потом после этого выйти. Типа, ой. Здравствуйте, пчелы. А чё тут? А, мы должны торговаться с пиглинами еще, вот. Так, ну, я что, я вам даю, вот все. А, пчелы, вы тут это... Вы тут поаккуратнее, конечно же, со мной. Подожди. Что мне нужно сделать, чтобы они перестали на меня агриться? Ладно, давайте-ка, знаете что, вернемся назад. А, он что-то выкинул, по-моему. Да хватит меня бить. Пофиг. Давайте-ка просто вернемся назад и все. Окей, если какие-нибудь достижения мы не выполним, мы все равно в конце. То есть, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И тут на меня нападают. Даже если мы какие-нибудь достижения не выполним, то мы их выполним в следующих сериях. То есть, наверное, даже в конечных. Так, на вагонетке, короче, проедемся, давайте-ка. Ой. Поехали! Типа, 1000 блоков вроде бы там. Типа того, или 1000 метров, я не помню. Все. Так, теперь что делаем? Ну, здесь, короче, здесь получается... В принципе, здесь тоже не так уж и много. Давайте-ка добудем дерево. То есть, давайте-ка самые, так скажем, начальные достижения сделаем. Да. Your inventory. А, типа, открыть инвентарь. Ну, это и так достижение у меня уже выполнено. Сделать верстак, окей. Дерево я добыл, теперь нужно сделать верстак, естественно. Так. Что? А, печку создать. Ну, достаточно быстренькие и простенькие вещи. То есть, как бы... И давайте-ка вот на этом как раз-таки закончим, когда сделаем все то, что тут есть. А, сделать меч, короче, да. Меч есть, все. Ну, то есть деревянный меч имеется в виду. Деревянная кирка. Опять же, нужны палки, дерево. Хопа. Так, каменная кирка. Ну, прикольно, то, что есть такой... Такая, точнее, карта, в которой можно за раз выполнить ачивки. Так, здесь получается... О, прикольно. А чё у нас так много кирок, типа? Ой. Типа, камон. Типа, зачем нам так много кирок? Это всё можно выставить вообще. Давай, все, переплавилось оно. Так, ладно. У нас есть алмаз. У меня вопрос. Где мой алмаз? Ничего не знаю. Надеюсь, то, что это сработает. Так. Железо. Сделаем железную броню. Так. И вот так. Да, блин. И вот так. Все. Каменная мотыга. Гениально. То есть просто мотыгу сделать. Окей. То есть здесь не важно, каменная, не каменная. Я так понимаю. Ну, короче, ладно. Все. Лопату сделать. Подождите-ка. Или не лопату. А, табличку сделать. Ладно, я вас понял. Кстати, карта на версию 1.16, то есть здесь не все достижения абсолютно. То есть, как бы... Да... Получается так, что, ну, как бы, не совсем я говорю правильно, то есть, как бы, мы все равно не все достижения выполняем тут, но, мы выполняем большую часть достижений, то есть, как бы, все равно мы бы, как бы, может быть, мы бы и не выполнили бы это, как бы, вообще, может быть,
даже кто-то не прогадал, например. Я не знаю. Так, здесь я не знаю, что мне нужно сделать. Сейчас посмотрим. Ага. И что тут нужно сделать? Сделать топор, что ли? Как я понимаю, вроде бы сделать топор, не знаю. Вроде бы все правильно. Здесь сделать хлеб, все. Окей. Достаточно долго мы вообще выполняем достижения эти. Так, зелье. Здесь уже все плохо будет. Ну все готово. Мирское зелье. Нам нужно теперь сделать горшок. Офигеть. А зачем нам цветок? Окей. Во. Пофиг. Просто взять булыжник весь. Окей. А, типа переместить булыжник. Короче, не знаю, вроде бы взять весь булыжник и переместить его сюда вот. А может что-то пойти не так. Так, ладно. Книжные полки. Не знаю, зачем нам так много дерева и всего остального. Ведь можно, типа, просто тупо сделать парочку книжных полок и поставить их, и все. Все. По логике достижение выполнено. Так, мне нужно съесть гнилую плоть. А у меня голода нету. Здесь крафтить нужно торт. Зачем так много? Я не понимаю. Окей. Да. Никогда не крафтил торты, поэтому... ну, как бы, мне особо не нужно было. А! Окей. Так, а здесь, я так понимаю, прыгнуть на как раз-таки слизь. Но мы это уже сделали, в принципе. Так, здесь что? Здесь покрасить броню. Все. Вагонетку с сундуком нужно, короче, что-то запихнуть. Все. Так. Запихиваем. И, короче, она едет, и, короче, через нее передается в сундук. Другой. Вот этот вот. Да, все, работает. Так. О, боже мой, мне нужно сделать этот чертов. Не знаю, раздатчик или не раздатчик. Подождите-ка. Здесь с круглой дыркой, так что мне нужно сделать раздатчик, да. Все, я сделал. Так. Здесь нужно вообще поршень сделать. Или что? А, здесь нужно активировать поршень. А что это мы рукой можем, получается, ломать поршни? Ладно, пофиг. Так. А, переплавить, ой, точнее, пережарить, получается, крольчатину. Так, здесь губкой что-то нужно сделать. Высушить ее, окей. Здесь ведро лавы использовать как источник этого. Тепла, так скажем. Здесь, не знаю, вроде бы скушать зачарованное золотое яблоко, но это мы уже делали, в принципе. Так, это есть. Это есть. Конечно, мне это всего не нужно. И это есть, в принципе, тоже. В принципе, это тоже мне не нужно. Здесь, типа, 2 минуты продержаться под водой, но это мы потом сделаем. Опять же, потому что, ну, я не хочу тратить время. Здесь, получается, нужно на ботиночках этих... Бам. Проходиться. Пройтись. Так. Здесь нужен тотем, но тут мы уже сделали это. Так, здесь опыт и это. Не знаю, нужно, наверное, переименовать. Ясно. Нужно переименовать шалкер-ящик. Все, я, короче, переименовал.
Здесь что? А, здесь нужно рыбу эту. Здесь нужно поймать рыбку. Короче, я не смог поймать рыбку, блин. Походу, придется что-то другое делать. Как-то нужно будет выкручиваться из этой ситуации потом. Ну ладно. Так. Нужно переплавить на вот это вот. Ну, то есть на сушеных водорослей. Получается переплавить рыбку. Хорошо. Так, здесь что у нас? Здесь у нас огурцы. Нужно 4 огурца поставить, я помню. Я некоторые достижения помню, некоторые не помню. Так. Здесь, получается, нужно схавать вот это вот, как я помню. Но я не могу. Здесь, короче, нужно использовать трезубец, чтобы под водой, короче, вроде бы, что-то там сделать. Только вот, я не знаю, как это сделать. Офигеть. Я еще чуть-чуть бы и умер. Так, ладно. Давайте-ка дальше. Все. О боже мой, я не знаю, как, короче, нужно сделать. А, я, кажется, понял. Нужно, короче, до самой высокой высоты простроиться и там, короче, дойти до нее, как я понимаю. Нет, просто простроиться до самой высокой высоты, потому что там, типа, есть, по-моему, такое достижение, я не помню. Но факт с фактом то, что вроде бы там есть такое достижение. Типа простроить дом максимальной высоты. Типа того вроде бы. Я не помню, но вроде типа такого достижения есть. Я не знаю, я не помню. Короче, в принципе, не важно. Так, просто подведем итоги потом. И потом посмотрим уже как-нибудь что мы выполнили, что мы не выполнили. Когда всю карту, наверное, даже... оббежим, так скажем. Так, ну же давай же уже до максимальной высоты-то дойди. Боже мой, сколько тут... Сколько блоков в последней версии Майнкрафта высоты? Я что-то вообще не помню. Но... О, все, закончилась высота. Так. Нам нужно теперь сделать узор. Ну, узор мы просто можем вот так вот сделать, типа... А зачем тут золотые яблоки? Я чего-то не знаю. Ладно. Ах. Ах, да, точно. Ладно. А мы не можем листы использовать. Ладно, пофиг. Надеюсь, то, что это засчиталось просто и все. Так, здесь получается... Ну, короче, зачарование снять. Ну, я могу с этого снять тягун и все. Так, ну, в принципе, получается здесь все. Ну, в общем-то, это все получается. То есть, здесь мы все достижения вроде как выполнили. Да. Ну, как все. Здесь, конечно же, мы еще некоторые повыполняем. Но, опять же, это будет где-то в конце. В самом. Ну, то есть, как бы, мы еще сюда вернемся. Да. И, в общем-то, в итоге, за одно видео я выполнил 47 достижений. То есть я еще буду здесь выполнять достижения, вы не бойтесь. И, в принципе, здесь получается... Короче, где-то еще две части будет по достижениям в Майнкрафте. Так что на этом все. С вами был Гош29. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои топовые комментарии. Делитесь с друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и на этом все. Ссылку на скачивание карты я оставлю в описании. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.